heißt du? Schwein. Можно, когда я буду бабушкой, я буду смотреть, вот, и буду наслаждаться, какие мы были молоды, какие мы были красивые, правда? Расскажи нам про мальчиков в оранжевом. Они были такие притихады. Нет. Ну, то есть вам было интересно. Когда я Данилу звоню, извини, он мне постоянно говорит, а, я ему такая говорю в конце, типа, ну все, давай, он такой, ну бери. Он всегда это говорит. Даже когда мы... А он мне говорит, ну давай, ну давай. Не, а он мне говорит, ну бери. Ты что такая дерзкая, а? Всем привет, ребятки, с вами снова Диана, и сегодня я буду снимать влог того, как я поеду на турнир по футболу моей футбольной команды. К сожалению, я больше не состою там, и уже вам говорила, причины очень сложные, и не хочу в это все вдаваться, но я все равно буду их поддерживать, потому что там играют мои подружки, мои хорошие знакомые, и я все равно в хороших отношениях с своим тренером. Так что почему бы как бы и не поддержать, да? Я собралась, это моя любимая худи, в которой я снимаю постоянно, но она как бы командная, и у меня сзади там написано «Мама Ди», потому что я была капитаном, и как бы я была их мамой. Ну да, собираюсь, ухожу, и мне нужно встретиться сейчас с моим другом, и мы пойдем до школы, и оттуда мы пойдем на автобусе, так что да. Это видео. Как обычно. It's okay. Всем приветики. Это Сонька. Да, приветики. Это Сашка. Это Элька. Это ее парниша. И, короче, там. Вообще, мы в автобусе. Мы сейчас поедем. Да, да. Я буду их чирлидером. Мы крутые, у нас есть диджей. Ее имя София. I don't know the lyrics, guys. The hook is coming. Мы так повеселимся, в общем. Что я вам хотела показать? Это получается школа. Куда мы приехали? Она здоровая. Как вы все видели, наверное, в всяких фильмах американских. И там есть поле, куда мы сейчас идем. А это все, вся моя команда, все мои девочки. Вот, точнее, школа, куда мы приехали. И это поле. И мы будем ждать, пока не начнется игра. У Саши, кстати, есть тоже YouTube-канал. Я вам скину ссылку внизу. В общем, девочки тренируются. А Саша фотографирует для школьного альбома, а Диана так, просто снимает для своего YouTube. Гений. Я постоянно называю это годовой книжкой. Вы понимаете, ни одной у меня проблемы с русским языком. Все нормально. Все, зашибись. Все очень серьезно. Там как бы играют девочки, а я сижу и делаю уроки. Очень весело. Там играют наши мальчики, кстати. По-моему, сейчас 2-1. У нас halftime. Я пришла на вторую часть игры, потому что я забросила свои уроки. Я почти сделала один. Ну да. Слышь, ты чё пикаешь? You go, lady sharks! Я очень хочу жрать. Девочки сыграли 1-1, и поэтому сейчас бьют вратарям. Как это называется по-русски, не знаю. Типа пенальти. Ну вот, сейчас наши девочки будут бить, так что... Смотрим. Go with your girl!
танцы. Ну посмотрите на вот этих людей. Я не могу с ними жить, как бы. Что Russian! Это такое? I'm going to puke. У нас мальчики играют, играет музыка, а эти что-то там обнимаются, не знаю. Забили, по-моему, один раз. А я где-то все делают уроки, как бы. Вообще, да? Нормально. Пришла смотреть футбол. У мальчиков сейчас half-time. Сколько? Who shot? 3-0, по-моему. Или 3-1? 3-0, по-моему. Или 4-0. Короче, мальчики молодцы, все нормально. Я очень хочу кушать, и я поедаю все батончики. А еще я сдалась на 6 уроков, и это вообще, это нереально, что сейчас сделать. Все очень сложно, ребята. Это very intense. Вообще очень хорошо играет. Take her. Wow! Nice! Woo! Репорт от пингвина Дианы. Что происходит? Я была не готова к этому. В общем, у нас две девочки столкнулись, и одна девочка упала на руку, и, в общем, это было очень печально за это смотреть. И мы очень испугались, что она сломала руку, но все хорошо. Сейчас девочки дальше играют. У нас счет 1-0. И мы проигрываем. Печально, но мы все сделаем. Мы все выиграем. Да, София? Что вы думаете? Да. Обязательно. Вот. По-другому вообще трофи. Вообще. Да, все будет замечательно. Но, в общем, иногда на это смотришь и страшно становится. Честно. Люди себя калечат, всякая фигня. Все. Мы идем в туалет. Очень полезная информация. Да. Сейчас вы будете играть? Да. Take me to church, I'll worship like a... Окей. Okay. Короче, мальчики наши играют. Сейчас играют 2-3. И команда, которую они играют, и команда... В общем, блин, они толкаются, капец. Да, они вообще жёсткие. Они вообще... Это, блин, ну просто есть разница, мне кажется, между быть агрессивным и между быть вот наглым. Вот, да, прям, вот... они именно, знаешь, так толкаются, прям да, вот наглые. Так что мы очень расстроены этим. Потому что всем остальным все равно, как бы. Рефери вообще ничего ни хрена не делает, так что... Рефери вообще все равно. Ага, у наших мальчиков есть немножко проблема с контролированием своих эмоций. Поэтому они сейчас все очень злые, потому что проиграли. Хорошо. Мальчики проиграли. И у всех очень плохое настроение. Потому что, ладно бы они просто, да, проиграли, но просто они так играют, что там, ну, просто все равно обидно. Окей. Я не понимаю, просто рефри, они что, их подкупают или что? Так что, да. Мальчики все равно молодцы. Все равно очень. Сейчас вот девочки будут играть. Подожди, девочки, полетим опять. Я буду все менять. Всем просто не попка. Мощные жопки. Выиграли, точнее, девочки выиграли. Мы выиграли. Это общая победа. Да. Мы сидели, болели. Это было очень тяжелая работа. Да. Девочки выиграли 2-0? Да. Да, 2-0. Но было много моментов. Да. Очень много моментов. И сейчас приехала Маша, и мы ее идем встречать. Блин, гельки нет. Чувачма, лысый. I'm like in Kabus. Hello. How are you doing today? Nice. Nice weather. Nice weather. Nice weather. Very nice weather. We're in Coachella. В общем, у нас мальчики играют игру. Смотрите за моим словом. Окей, эй. Как они называются на русском? Semi-final. Короче, кто войдет? Пойдет четверку лучших, вот. Четверть? Да. Не знаю. В общем, с русским проблемы, ребятки. И в общем, блин, это все так... Это моя ученица по литературе. Ну и вот, короче, мальчики играют, и очень все сложно. Но мне еще только что посмотреть. Неважно. Кто такие? Все очень. What? You never saw a blogger blogging? Oh! Вот это
этот вот мальчик, который наш, как его зовут? Голи. Воротарь! О, воротарь! Его зовут Юра. Но он даже не русский, так что это очень смешно. Я просто хочу снять немножко, как мы кричим тут. Это просто очень смешно. Это мы даже ни капельки не играем. Просто все настолько интенс. У меня сердце замирает каждый раз, когда этот мяч после этой сетки. Я вообще не могу. Нет, 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 нет. О! Быстрее, быстрее, быстрее. Джин, Джин, побежал, побежал. Что вы скажете, ребятки? Мальчики наши проиграли, но... Они были прекрасными игроками. Почему все так грустно? Лучше бы я не приезжала. У вас так все хорошо шло, и я приехала. Может, это Ника? Может, это Ника? В общем, мальчики наши проиграли, очень обидненько. Нет, они молодцы. Дайте говорить. Да не-не-не, говорите. Играли прекрасно и забили один гол. Но это был шикарный гол, вот знаете. А вот... еще я перед... Девочки играют сейчас. Спасибо, Вероника. Мне кажется, либо за пятым, потому что... Да. За пятым за что? Кто проиграет, получается будет что? Пока мы проигрываем 2-1, но ничего страшного, наверстаем сейчас. Это же вообще пускало. Говори. Нет, это, кстати, крутая тема. Так что вы, девочки, давайте играть. Соня! Олейник. Виктория Секрет Мадл. Ребятки, все очень плохо, потому что мы сыграли, девочки сыграли 2-2 игру. И сейчас они... Это блоткина Вероника. Привет, А можно я тоже, кстати, передам привет? Кому же передать? Вы знаете, что я это буду выставлять? Вася, я в пустыне. Выставляй куда хочешь. Мама, я... Звоните! Сейчас будет пенальти. Пенальти просто, я не могу... Уже так было за первую игру, а сейчас все надо. Я сейчас очень голос сорву. Мы же так кричали. Это... Я не могу! Давай. Короче, едем кушать. Вот. И мальчики заняли третье место, девочки наши. Какое пятое место, да? Шестое. Ну, в общем, пенальти просто там они просто. Да. Это настолько грустно. У нас даже девочка, которая голи плакала. Ну, в общем. Бывает. Такое случается. Что такое случается? Поплачем чуть-чуть. Да. Наш таксист, он решил... У нас Fast and Furious сейчас начнется. Короче, давайте это... Все помнят сериал. Сериал? Форсаж. Маша говорит про Форсаж, если мы поняли. Не говори, вот это не вставляй. Я подумаю, Маша. Слышь? Надеюсь, вам было интересно смотреть на мои рожицы и комментировать это все. И как девочки играют, и на Машку вам было интересно смотреть. Увидимся с вами потом. Завтра.